С 2018 года метод управления туберкулезом успешно применяется в регионах. С апреля текущего года этот подход был реализован комплексно и в Бишкеке. В настоящее время усилена медицинская помощь пациентам, что повышает эффективность лечения туберкулеза и снижает риск передачи заболевания. Проект включает в себя достаточно сложную схему, но я хочу отметить несколько больших плюсов. Первое, то, что пациенты, которые прошли абоцилирование, то есть прошли короткий курс стационарного лечения, они свою основную часть своего лечения получают уже по месту жительства. Это первое. Во-вторых, персонал, который будет отслеживать, это первичный уровень. Пациенты не преодолевают большие расстояния для того, чтобы получить какие-то консультации, получить препараты и так далее. Все находятся в районе досягаемости по месту жительства. В рамках данного подхода на базе первого центра семейной медицины был выделен кабинет для профилактики и лечения туберкулеза. Больные теперь могут обращаться в центры семейной медицины, расположенные неподалеку от своего района, где они принимают лекарства, сдают анализы и мокроту. Раньше пациенты посещали только национальный фтизиатрический центр. В этом направлении у нас проведено ряд мероприятий. Мы специально здесь, в нашем центре семейной медицины, сейчас взяли в штат врача-фтизиатра, и дополнительно у нас все лабораторные исследования для этих больных бесплатно. Дополнительно все пациенты, которые получают амбулаторные медицинские услуги, именно вот туберкулезные больные, они могут получить все лекарства у нас в филиалах. В специально открытом кабинете принимают больных врачи-фтизиатры из больницы по борьбе с туберкулезом. У посетителей также есть возможность получить ответы на свои вопросы через интернет. Кроме того, вся необходимая информация о пациенте вносится в программу регистрации. Чтобы у каждого пациента, чтобы если у пациента будет нежелательное явление, он обращается к своему терапевту, где они снимают нежелательное явление, потому что наши препараты реально токсичные, очень сильные препараты, антибиотики широкого спектра действия. Мы это все регулируем с помощью нашей команды. И также мы здесь, нам легко стало отслеживать контактных лиц ТБ пациентов. Этот пилотный проект также был использован в качестве стимула для медицинских работников. В случае полного выздоровления пациента от туберкулеза выделяются средства врачам. Рахат Батырбекова, Чингиз Садыков, СТВ.